В Шымкенте подорожало дизельное топливо. Сейчас литр дизеля на некоторых автозаправочных станциях вырос до 187 тенге за литр. Хотя буквально на прошлой неделе он стоил от 180 до 185 тенге. Автовладельцы города недоумевают, почему солярка продается дороже бензина. Самый ходовой и популярный бензин марок АИ-92-93 на автозаправочных станциях реализуют по 157-160 тенге за литр. По мнению опрошенных водителей, повышение цен на солярку, вероятно, повлечет изменение цен на другие виды топлива. В это время года цена на дизель регулярно растет на 5-6 тенге. Однако в этот раз цена поднялась гораздо больше. Я думаю, что это приведет к подорожанию бензина и газа. Горожане, исходя из опыта предыдущих повышений цен на топливо, опасаются, что рост цен на ГСМ потянет за собой и стоимость других продуктов.